Да, давайте. Работать мышка. А, вот хорошо. Еще не работает мышка. Мышка у меня не работает просто потому, что она не включена. Какие-то традиционные, стандартные, так сказать, проблемы. Сейчас. Ну да, чтобы как-то вводить ей. Гениально. Аль, так хорошо освещена. А я позаботилась о освещении. Да. Так, ну что? Я не буду освещен. Слушай, теперь так все знают. Я буду в тени. Борис Бернаскони у нас сегодня в гостях. Один из самых концептуальных архитекторов, которых я знаю в России. Автор известных объектов. Сколково, Гиперкуб, Матрикс. Сегодня будем разговаривать о конкурсе 2007 года, да? 2007 года конкурс на музей в Перми. Вот. И вообще, в принципе, о проектировании выставочных и музейных пространств. Потому что у тебя огромный опыт. Расскажи нам, пожалуйста. Я никого не вижу. Где все? Вот они все вот тут, внизу. Ага. А они только слушают, они не видят? Они видят. Отключены у всех все звук, видят. Просто по умолчанию. А, они видят, и у всех звук отключен. А, вот я вижу уже ребят. Привет, ребята. Привет. Ну и так я понял, что и видео у всех отключено. Да, по умолчанию просто здесь отключено видео, и звук был в этой конференции, поэтому все вошли без звука и видео. Ну, я предлагаю тогда... обсудить регламент. А какой у нас регламент разговора? Вопросы-ответы. Mm-hmm. То есть это такой будет, как сказать, ток. Ну, смотри, ток. У нас сейчас ток. Тема музей, да, как бы третий курс у студентов тема музей. Мы приглашаем экспертов, которые нам могут поделиться опытом, проектирующих архитекторов, и рассказать немного о принципах проектирования музейных пространств. Поскольку ты выиграл первое, вы заняли первое место в международном конкурсе, и у тебя очень много проектов с этим связанных. Ну да. Можешь рассказать, как это было вообще, с чего ты начинал, что послужило основой концепции? Окей. Ну хорошо, давайте тогда, я понял тему. Мне кажется, музей – это вообще самая интересная тема в институте, насколько я помню. Да, мы с тобой согласны. Да, я не буду начинать наш разговор с коронавируса, чтобы не портить всем настроение, и так все понятно. Значит, я сейчас скажу просто, где я нахожусь. Я нахожусь на даче в лесу. То есть вот если выйти из дома, то у меня снаружи лес. И прям вот можно в нем ходить. Это большое преимущество. Я думаю, что многие, конечно, находятся в изоляции в городе. Это намного сложнее, с одной стороны. Но, с другой стороны, это дает возможность абстрагироваться или научиться абстрагироваться. Об этом, собственно, и есть тема музей. Потому что, в отличие от
других типологий архитектурных объектов музей не обладает вообще никакими правилами. И это, с одной стороны, проблема, но с другой стороны, вот отличный человек на фоне пальмы. Тоже неплохо, как я вижу. Неплохой вариант. В общем, у музея, как типологии, абсолютно размыты границы. И поэтому его сложнее всего проектировать, потому что нет никаких привязок. Если мы возьмем вообще, допустим, ряд типологий, ну, собственно, которые проектируют в институте, то мы увидим, что, в общем, у каждой из них есть довольно четкие ограничения и правила. И в архитектуре ограничения позволяют избавить архитектора от траты времени на размышления. Потому что любое правило – это в какой-то степени свобода, а отсутствие правил – это в какой-то степени закрепощение, наоборот. Поэтому мы, находясь как бы в ограниченных условиях внутри стен квартир или внутри стен домов, на самом деле обладаем огромной свободой, потому что мы можем как раз сформулировать, что же мы хотим делать. Потому что когда мы заняты делами, то мы, в общем, не можем сформулировать, что мы хотим делать, и делаем то, что надо, то, что положено. Когда мы замкнуты, мы должны сказать себе: я хочу делать вот это. И начинаем это делать. Это очень сложные вещи, и вот музей – это как раз ровно про это. Чтобы быть более понятным, сравню музей, например, с жильем. Ну, с обычным жилым домом. Возьмем обычный жилой дом. У жилого дома есть четкая задача с очень четкими нормативными ограничениями. В каждой стране ограничения свои, поэтому обычно для проектирования жилья всегда приглашают, не буду говорить слово «нанимают», приглашают архитектора местного. Поэтому если, например, кто-то захочет спроектировать дом в другой стране, у него ничего не получится, потому что там пригласят архитектора местного, который знает правила. Вот эти правила, они, собственно, и задают все параметры дома. Поэтому дома жилые – это вообще самые скучные обычно здания. Я имею в виду многоэтажные, там, многоквартирные, многоподъездные или даже одноподъездные дома, башни. То есть это вообще самая скучная вещь чаще всего. Кстати, Аля, а сколько у нас времени вообще на это все? Ну, мы не очень ограничены, да, где-то час, наверное. Ага, ну просто сколько ребятам будет окей и сколько они хотят реально? Я думаю, что это все будет... с удовольствием послушают. Ну хорошо, давай тогда по ходу. Я думаю, что по ходу и ограничений, ну, вот таких. Планируем час, дальше посмотрим, как пойдет. Ну вот, в продолжении типологии дома. Значит, у дома есть очень четкие правила игры, это нормы, это пожарная эвакуация, расположение квартир, типология квартир, значит, расположение стояков, где должны располагаться ванные комнаты, кухни, спальни и так далее. Обычно эта структура задает очень четкую вертикаль, и, соответственно, все остальные нормы продиктованы еще, к всему прочему, рынком. Ну, то есть размер квартиры, количество спален и так далее. И в целом это вот довольно скучное сооружение под названием дом с одинаковыми окнами обычно, с одинаковыми балконами, с одинаковыми квартирами. И становится такой оппозицией к музею, потому что у музея правил вообще никаких нет. И это самое сложное, потому что ты как бы ограничен, по сути, неким потоком, который нужно упаковать в форму. Под потоком я имею в виду самый настоящий поток, связанный с физическими действиями человека. Вот он должен к этому музею приехать, он должен в него войти, дальше он должен пойти по какому-то маршруту. У этого маршрута есть еще определенное разветвление, связанное с коллекцией музея.
собственно, связанные с габаритами этих объектов, которые выставляются в этом музее и так далее. И вот эта типология музейная, она, в общем, как ни странно, несмотря на все уже эксперименты и опыты в выставочном деле и в музейном деле, каждый раз она как бы немножко меняется и адаптируется под конкретно новую задачу возникающую. Когда-то мы имели очень интересный разговор с Давидом Саркисяном. Это в свое время директор, да, это директор музея Щусева. Он такой был очень активный и фактически пионер музейного дела в архитектуре. Он руководил музеем Щусева порядка, наверное, больше 10 лет. И он был таким инноватором настоящим, он развивал это как настоящий музей. То есть до него, в общем, музей архитектуры был довольно традиционным, там ничего такого особого не происходило. В основном это как бы было связано с архивными какими-то материалами, никаких зарубежных выставок и так далее. В принципе, он создал новый формат для музея Щусева, в том смысле, что он смешал идею выставок архивных, как это обычно в музеях происходит, собственно, то, чем и музей классически является, и выставок нестандартных, так сказать, привозных. Вот он все это смешивал, и получилась совершенно уникальная история для музея архитектуры, когда вот эти старые стены, они приобрели совершенно новое звучание. Вот каждый проект музея, в принципе, он должен создавать такой новый, как бы, новый жанр для конкретного места и для конкретной коллекции. Если возвращаться конкретно к музею в Перми, ну, я коротко расскажу тогда вообще, что это такое было. Это был 2008 год или 2007 год. Восьмой. Он объявлен начался был, в седьмом, а закончился в восьмом. Да, он объявлен был в седьмом, там потом какой-то был перерыв, потом продолжение. В общем, в результате мы делали этот конкурс 9 месяцев. Вообще конкурс 9 месяцев, конечно, никто не делает, но в этом случае надо сказать, что нам помог этот перерыв, потому что мы как бы поняли, что первый наш, так сказать, подход, он вообще абсолютно неправильный. И мы немножко свернули, изменили первую концепцию и сделали совершенно все по-другому. Вообще, надо сказать, что мы нарушили все правила, прописанные в этом конкурсе, то есть полностью. Абсолютно. То есть мы вообще вышли за пределы участка, что, в общем, странно, и так не бывает. Но мы нарушили это правило. Мы нарушили правила площадей, которые попросили нас сделать. Мы сделали совершенно другой размер площадей и тоже аргументировали, почему мы так сделали. Но самое главное, что мы не нарушили, и это очень важный момент, это мы, естественно, соблюли график сдачи проекта, но, как всегда, в виде сплошняка мы сдали в последний день, естественно, хотя можно было сдать это раньше, но мы до последнего дня почему-то считали, что, значит, вот очень важно вот эту дверь подвинуть влево, а вот эту дверь подвинуть вправо. И мы прям до конца уперто занимались проектированием. Я не могу сказать, что наш план с точки зрения графики является шедевром, в отличие, например, от плана Альджати, Валерия Альджати, который вместе с нами занял, вот это вот, разделил, так сказать, с нами это место, первое или второе, я не знаю, в общем, какое-то место мы с ним разделили, потому что он, конечно, в этом смысле сделал материал вне времени. Вот если я сейчас посмотрю на наш проект вот сегодня, я бы вообще так уже не сделал точно, и такие чертежи бы точно я не выпустил. Но тогда это был, в общем, такой опыт, и мы экспериментировали. В общем, ничего плохого в экспериментах нет, тем более, что это конкурсный проект. И вообще мы расценивали конкурс как возможность
тренироваться. То есть у нас не было цели. Значит, ну, вообще у нас... Нет, конечно, сказать, что не было цели выиграть, это неправильно будет. Естественно, мы хотели выиграть. То есть глупо участвовать в конкурсе, не хотеть выиграть. Но мы использовали... Это какой был один из самых вообще громких международных конкурсов? Тогда это только-только все начиналось, поэтому... Ну да, это было такое довольно... Было яркое событие. Яркое событие, мы смотрели на него с какой-то надеждой. В общем, потом, в общем, еще, ко всему прочему, этим конкурсом занимался Центр современной архитектуры Ирина Коробьина. И репутационно она, в общем, отвечала нашим требованиям, что вроде как, в сравнении со всеми остальными институциями на тот момент, она, в общем, представляла так, как бы, институт репутации некий, которому мы доверяли. И мы решили, что да, вот в этом конкурсе можно участвовать, точно, значит, нас не кинут. Потому что вообще большинство конкурсов в России, это, конечно, такое кидалово слегка. Кстати, а это записывается или это все не записывается? Ваня, у нас записывается? Да. Но все знают, что кидалово. Это потом транслироваться будет? Я просто к тому, говорить там слова всякие или нет. Ну, я думаю, что что-то можно говорить, но все в курсе, что российский конкурс это кидалово так-то. Ну да, ну, в общем, я отношусь ко всем конкурсам, особенно российским, скептически, но должен заметить, что меня иностранные конкурсы не особо устраивают, потому что там, значит, весь алгоритм выстраивания конкурса, он примерно такой же, как и в российских конкурсах, поэтому, в общем, никаких сюрпризов для меня в этом... Нет, я участвовал в разных конкурсах и во всех странах. В общем, должен сказать, что вообще конкурсная система – это, в общем, такой коррупционный механизм, который так или иначе выстроен по одному алгоритму. И, в общем, это довольно скучно. И с тех пор, как мы выиграли в пермском конкурсе, может, еще пару каких-то было историй, но потом я перестал вообще участвовать в конкурсах. Потому как я не верю в этот формат. Я считаю, что если заказчик хочет что-то реализовать, он должен по ренессансной схеме заказать проект у одного правильного архитектора, которого он должен выбрать как правильный инструмент и не морочить людям голову. Вот. Возвращаясь к пермскому конкурсу. Значит, это было такое довольно знаковое событие. Очень много иностранных участников. Шорт-лист, если я не ошибаюсь, 24 бюро. Вот, мы попадаем в этот шорт-лист. Значит, встречаемся с всеми вот этими звездными архитекторами, которые на тот момент участвуют в этой истории. И довольно забавно встречаем новый способ проведения конкурса. Потому что раньше я такого не видел, и потом я тоже такого не видел. Вообще точно так же, как и, наверное, вот сейчас, любое общение, как сейчас у нас с вами, любое общение во всех конкурсах проходит такое дистанционное. То есть никто ни с кем не пересекается. Ну, да. Ну, максимум там переписка. Может быть, сейчас в условиях как раз кризиса все очень хотят видеть лица друг друга, но обычно максимум это письмо. Потому что и так очень много лиц, и, в общем, не хочется совершенно в день еще одно какое-то лицо, да еще и какое-то непонятное чужое. А тут вроде как все встретились в Перми и имели какой-то диалог. Это было для меня, в общем, довольно забавная история, потому что именно вот это общение с другими архитекторами, которые находятся, между прочим, с тобой в прямой конкуренции, в каком-то смысле это такой покер, потому что ты не можешь выкладывать все свои козыри как бы на стол в разговоре. То есть ты как бы главные карты держишь у себя и не рассказываешь о них, потому что если ты расскажешь о них, то этот прием может быть использован. При этом все как бы общаются и так или иначе обсуждают варианты, а что же в Перми было бы классно с точки зрения музея. И вот этот формат, он, конечно, был уникальный, потому что он дал, ну, такую, с одной стороны, открытость всей этой истории,
Хотя, между прочим, финальные проекты никто не знал, кто что делал. Это все было под номерами, и я точно знаю, что реально никто не знал, потому что Ирина Коробьина, например, как там издали проект, она ко мне подошла и говорит: «А, слушай, это вот этот твой проект с «Радугой», классный проект, мы ему дали 6-е место». Ну, это уже потом. Я говорю: «Ну, классно, это не мой проект», сказала Ирине Коробьиной. Но это было очень смешно. Это был проект Татана Кузембаева, но почему-то Ирина Коробьина считала, что это я сделал проект с «Радугой». Хотя, ну, я очень хорошо отношусь к Татану, но я как бы никогда не сделал бы «Радугу» из железобетона. То есть мне бы никак в голову это не пришло, в принципе. Ну, потому что «Радуга» — это свет, а железобетон все-таки это как бы куча, груда металлолома, я бы так сказал. Как один раз сказал Шухов про башню Эйфеля. Когда ему сказали: «Вот видите, Эйфелева башня», он сказал: «Ну, как бы это груда металлолома, просто потому что там металла больше, чем надо». Шухов, он как бы не мог вообще такое спроектировать. Там слишком избыточная конструкция. Ну, поэтому, кстати, она до сих пор стоит, а башня Шухова в плохом состоянии. Ну, не только поэтому, ее просто еще плохо красят. Ну, в общем, это был уникальный экспириенс, и, в принципе, я считаю, что вообще весь институт и то, в чем вы сейчас находитесь, я имею в виду режим диалога, это очень полезно. Вот у нас в группе, в нашей, тоже была такая, с одной стороны, конкуренция, я помню. Я не про группу, откуда Аля, а я про, вот про мою группу, где я учился. У нас была жесткая конкуренция внутри группы, но мы при этом общались очень плотно друг с другом. И... Боря, напомни, у кого ты учился? Я учился у Белова. Ну, Белов, Хазанов, Пахомов. То есть такой триптих. Белов отвечал, в общем, в основном за концептуальные какие-то вопросы и вообще такой подход. Хазанов он отвечал за социальные вопросы и связи, скажем так, здания, проектируемого с социумом, что тоже, в общем, повлияло на меня очень сильно. Я расскажу чуть попозже, почему. А Пахомов, он как бы вообще, будучи таким совсем скромным человеком, не встревал ни в концепции, ни в социальные отношения, политику, а рассказывал нам просто тупо, где должны быть стояки, лестницы, и почему там вот так делать можно, а так нельзя. И вот эти три составляющие, я считаю, они, ну, очень правильный подход. Я уверен, что если этот подход вообще внедряется на уровне пропедевтики в Мархе, то есть на уровне программном, то это было бы очень правильно, потому что это такой подход современного международного вуза, типа Баухаус или там, не знаю, ПРАТ в Нью-Йорке, или какая-нибудь кафедра архитектуры MIT, где они там экспериментируют и с технологиями, и с обществом, и так далее. Ну, то есть эти три вещи, они обязательны. Но, насколько я помню, в Мархе как бы так не особо с этим делом. Аль, я не прав? Я не знаю. Ну, я не знаю, как вы преподаете, но, в общем, я считаю, что вот такой подход, это был абсолютно правильный подход, но мы тогда не думали о подходе, мы просто впитывали. И Белов, кстати, он в тот момент приехал из Германии несколько лет и очень бодро, значит, продвигал модернизм, прям активно продвигал модернизм. Ну, собственно, мы все выросли на этом модернизме, потому что он как бы заставлял нас делать только современные здания, ставя вопрос, а почему мы должны делать здания традиционные? То есть почему надо делать здания, которые уже были? Можно делать здания, которых еще не было. Мы вот с этой мыслью, как бы, в общем, занимались архитектурой. А потом, когда мы закончили Мархи, почему-то Белов стал делать неоклассические здания. То есть он переключился на неоклассику. Может быть, это было связано с заказом, который был единственный в конце 90-х, который, в общем, его как-то перенастроил на этот неоклассицизм. Может быть, это было связано с тем, что он был разочарован, что модернистские проекты в России того времени, ну и в Москве того времени, никто не понимает, что тоже, в общем, я думаю, скорее так. Да? Ну, в общем, на мой взгляд, конечно, заказ и отсутствие
заказчик на модернистскую архитектуру, переключили его на неоклассику, что, в общем, конечно, жаль, потому что он нас всегда учил не сдаваться, а тут вроде как бы сдался. Или, ну, он себя убедил, что он не сдался, но мне кажется, он сдался. Ну, может быть, я встречусь с ним и обсужу это когда-нибудь. Но пока мы с ним об этом не говорили. Слушай, а ты вот начал говорить, так вы в Мархи, расскажи, ты помнишь, что ты делал на эту тему, на тему музея? Ты помнишь свой проект или была у вас какая-то концепция общая на группу или как у вас это происходило? Ну, ты имеешь в виду конкретно задание музей? Угу. Да, у нас, по-моему, даже какой-то конкурс был в тот момент. То есть мы делали конкурс на музей, и, по-моему, я его выиграл тоже, этот конкурс. Ну, какой-то это такой был институтский конкурс, значит, там были какие-то места, вот, и я сделал музей на Кузнецком мосту вместо вот этого художественного салона, который исторический, рядом примыкающий к Мархи. Я помню, что у Мархи была мысль как-то этот музей сделать частью своего пространства, кстати, классная мысль, но, видимо, у него есть собственники, какие-то другие арендаторы, и это не получилось. Но, в общем, мы работали по программе Мархи без каких-либо отклонений, но это, в общем, не имеет особого значения, потому что у музея, еще раз повторюсь, абстрактная типология. Ты можешь делать что угодно, как угодно, и аргументировать это, вот, как бы, тренируя свой собственный подход. В отличие, например, от жилья, где очень много правил. Поэтому музей идеальная как раз площадка для тренировок. Но я считаю, тем не менее, что если все-таки делать проект какого-либо музея, его надо делать конкретным. То есть не надо делать абстракции абсолютные, фантазии не надо делать. Нужно делать конкретный объект с физической реальности. Ну, потому что очень часто в Мархи экспериментируют с какими-то совершенно такими художественными посланиями в виде каких-то виртуальных музеев и так далее. Мне кажется, это не про архитектора, это там про айтишника скорее. Я понимаю, что профессия архитектора умирает, и что вообще все скоро только в IT будет, вот как мы сейчас наблюдаем. Но, да, но тем не менее, количество народу на планете Земля увеличивается. У нас через 80 лет уже будет там 12 миллиардов, по прогнозам. Ну, если не будет каждый год вот такой пандемии. Вот. И, соответственно, жить надо где-то, в музеи надо какие-то ходить и так далее. То есть в любом случае физическая реальность, она будет требовать участия архитектора, и для этого, собственно, вы и учитесь, чтобы этим заниматься. Вот. А у физической реальности есть определенные закономерности, которые работают четко, как часы. То есть здание, которое вы делаете, оно должно чему-то служить, оно должно быть нужно, оно должно влиться так или иначе в какую-то программу социума местного, оно должно быть при этом достаточно гибким, чтобы уметь подстраиваться в течение своего жизненного цикла, потому что неизвестно, что будет завтра. Сегодня там это музей, а завтра, например, это частично отель. Вот, собственно, что мы и сделали в Перми, например. У нас в пермском проекте есть отель. Ну, скажем, резиденция. То есть там интегрированный в этот ящик, да. То есть это такой ящик, в общем, мы абсолютно функционально, я считаю, подошли к вопросу. То есть мы сделали просто ящик, и в этом ящике сделали набор функций, и этими функциями подключили здание к городу. Это я расскажу чуть попозже об этом. Вот. А вообще, значит, возвращаясь к проблеме физической реальности, музей нужно обязательно проектировать с привязкой к конкретному какому-то какой-то институции, либо к конкретному человеку, либо какой-то конкретной условно конкретной задачей, да? Да, конкретной, там вот, конкретной коллекции, скажем так.
То есть в любом случае нужен предмет, который в этом музее выставляется. Соответственно, выставляться может довольно много всего разного, но нужно это сформулировать, и, исходя из этого, собственно, понять, насколько это будет востребовано и насколько вообще этот музей имеет шанс к реализации. Потому что вообще архитектор тоже должен оценивать, на мой взгляд, шанс реализации, чтобы не плодить большое количество проектов. Обычно в среднем, значит, архитекторы делают, ну, там, 80% стол. Ну, вообще. То есть вот все эти конкурсы, все эти какие-то концепты. То есть это, в общем, на мой взгляд, такая лишняя работа. Но она, к сожалению, неизбежна, потому что у любого проекта, в общем, так или иначе, некий конкурс есть всегда. И если мы говорим о конкурсе, то вот каждый проект — это в какой-то степени конкурс. То есть ты должен победить в каждом проекте. Даже если это заказ прямой, все равно возникает обычно огромное количество всяких разных препон, всяких разных форс-мажоров, которые должны быть побеждены абсолютным превосходством вашего решения. Я бы так сформулировал коротко. Ну вот мы как бы не ожидали, что вот наш проект был как раз, обладал этим набором неких абсолютных решений, которые позволили выделить его из 24 участников. 23. Потому что Аль-Джати тоже как бы оказался рядом с нами. Чем я, кстати, очень горжусь, потому что фактически это тоже подтверждает хороший уровень нашего проекта. Если как бы мы рядом с Аль-Джати стоим. То есть вот Аль-Джати, и мы заняли первое место. Это, в общем, я считаю, что это, конечно, классное достижение. Причем я понял это потом. Я раньше как бы думал, ой, как фигово. Мы заняли место, это что, Аль-Джати, зачем? А потом через какое-то время я понял, так это же наоборот круто, как бы, если Аль-Джати как бы с нами рядом, то это значит, что, в общем, мы сделали все правильно, и наш проект не хуже. Вот. Так вот, возвращаясь к выбору подхода к физической реальности. Значит, необходимо сформулировать, собственно, какой музей ты делаешь обязательно. И после этого будет понятно сразу, как он должен быть устроен. Потому что в зависимости от коллекции и в зависимости от места, и в зависимости от социальной, ну, скажем так, социокультурной ситуации, ты абсолютно точно знаешь, каким должен быть этот музей. И вот такой подход мы выбрали для пермского конкурса. То есть мы посмотрели, да, это Пермь, значит, это Пермь 2008 года. Мы проанализировали примерно, ну, там, 30-летнюю перспективу развития Перми как города, как столицы, как место, которое будет конкурировать за креативных лидеров, будет конкурировать за личностей, будет конкурировать за людей, кто, собственно, должен в Перми остаться, кто должен в Пермь переместиться. И после этого мы создали некую программу. Ну, кроме того, у нас чем было хорошо, это, чем хороший это был конкурс, у него была, в принципе, неплохая программа сделана. То есть он был с точки зрения задания очень качественно сформулирован. Во-первых, была очень понятная функциональная задача. Это перемещение Пермской художественной галереи в новое здание. То есть это очень понятный месседж. И понятно, вокруг чего мы создаем, собственно, музей. Мы взяли это как основу,
и представили себе, что это будет что-то типа Третьяковской галереи, такой, но поменьше. Оно изобразительное искусство, да? Ну да, что это как бы изобразительное искусство, там скульптура. Значит, также там часть программы – это пермские боги деревянные, это вот редчайшая коллекция уральского язычества, скажем так, религиозного. Это коллекция вот религиозных всяких различных объектов искусства, иконы, скульптура, резьба по дереву из деревень, наличники домов. Вот пермские боги – это вообще редчайшая вещь, это как бы уральская такая коллекция, которая, в принципе, являлась частью вот этого музея. Ну и, естественно, стало понятно, что если просто переместить коллекцию художественной галереи местной из церкви в новое здание, то, в общем, статус этой коллекции не поменяет своего знака, и, в общем, это останется такой же довольно скучной историей, как и сейчас. Ну, для специалистов интересная, но для обывателя скучной. А мы понимаем, что современный музей, если он не дотируется государством, я имею в виду, если он не финансируется ежегодно государством, ему сложно вообще выживать. И поэтому мы подумали, а почему не сделать этот музей коммерческим объектом, который мог бы генерировать все-таки какие-то финансы минимальные для себя. Понятно, что без дотации все равно музей не обойдется, и все равно благодаря государству до сих пор по традициям Советского Союза все музейные институции, у нас, кстати, очень много, они дотируются, к сожалению, ничего не зарабатывают, и они, конечно, требуют каждый год огромного количества ресурсов. Мы подумали, что этот музей, он должен из обычного такого местной Третьяковки, даже несмотря на коллекцию вот этих деревянных богов, он должен стать таким хабом, связанным с широким понятием культуры, а не только с понятием изобразительного искусства. То есть там должен быть какой-то универсальный зал, где можно и кино показывать, где можно и какие-то выставки смежные делать. Там должен быть обычный выставочный зал для выставок, которые любые, ну, то есть вообще любые, какие угодно. Там выставка, не знаю, диафильма, выставка карандаша Кохинор, не знаю, выставка там биоинститута МГУ, который приехал в Пермь, например, вдруг неожиданно, и показывает там свои разработки, привезенные с Белого моря в виде там кино, в виде объектов, в виде текстов, в виде книг, в виде дискуссий и так далее. То есть это такой универсальный хаб, и более того, всех этих людей нужно селить, причем в нем же, ну, которые приезжают. Всех этих людей нужно кормить, поэтому там же находится столовка, она же кафе городское. Причем это лучший ресторан, условно, с какими-то демократичными ценами в городе, который позволяет, с одной стороны, содержать его самостоятельно, без дотации, с другой стороны, чтобы эти деньги приходили там в этот музей обратно. Я, кстати, пью винцо. И вам тоже рекомендую. Это полезно. Ну вот. Ну, немного. Так если. Ну, в общем, это такой хаб с большим количеством функций. Вот. И когда мы смотрели на место, на это, а площадка вообще... Я могу переключиться на экран сейчас и уже показывать, наверное, собственно... как это закрыть? А, вот. Видно экран, да? Да. Ага. Вот здесь понятно, что здание развернуто поперек. А вообще площадка, она была вот здесь. То есть если вот смотреть на экран, где я сейчас показываю, это вот эта площадка для проектирования. Вот она. Потому что здесь вдоль Камы, это очень красивый высокий берег, вдоль Камы проходит электричка. Она как бы проходит на высотной отметке
где-то посередине, может быть, чуть выше, между набережной и, собственно, плато, где расположен город. Ну, собственно, вот эти три потока, которые, на наш взгляд, стали основой нашего проекта, мы выделили в отдельные три линии и, собственно, начав с электрички, которую мы решили подключить просто к нашему объему, мы поняли, что кроме этой электрички нужно обязательно сделать так, чтобы это место стало причалом для общественных лодок. И, кроме того, это место должно стать остановкой, одной из важных остановок общественного транспорта. То есть сюда можно было бы доехать на автобусе из любой точки города, доехать на электричке из любой точки города и даже приехать из другого города и воспользоваться речным трамвайчиком, чтобы как бы музей стал в том числе и генератором новых потоков, которых не было до этого. Вот, например, путь речного трамвайчика – это как бы создание нового потока. Конечно, это все стоит денег, понятно. Понятно, что этим нужно заниматься совместно с городскими службами, Министерством транспорта Пермского края, потому что создать остановку, например, поезда и создать остановку речного транспорта, это, конечно, взаимодействие с министерствами региона. Также нужно взаимодействовать с городскими службами, это вот остановка общественного транспорта. Но, тем не менее, в связи с тем, что эта задача, в общем, такая как бы крупная, и она, скажем, системообразующая, она городообразующая, градообразующая, то мы подумали, а что такого, в общем, это, я считаю, не проблема, это вопрос как бы коммуникации всех служб и участников процесса. Ну, коротко, смысл транспортных связей у нас заключался в том, что мы просто тупо подключили электричку и сделали остановку этой электрички непосредственно внутри музея. Вот так это выглядит. И ты можешь как бы приехать в музей, и у тебя, если ты там приехал, например, на электричке, у тебя там скидка на покупку билета, допустим, там 20%. Что, кстати, сразу создает поток, например, посетителей из других городов, ну там более мелких. Все-таки Пермь – это большой город, миллионник. Если взять агломерацию, то это вообще, я думаю, где-то там 1,5 миллиона, может быть, и больше сейчас. И важно, конечно, потоками поддержать этот музей не только местными, а также как бы и потоками всего региона. В принципе, вот в Ельцин-центре, в Первом президентском центре, подход был таким же. То есть Ельцин-центр, он как бы генерирует потоки не только Екатеринбурга, учитывая свою культурную программу активную, но и генерирует потоки еще, ко всему прочему, окружающих маленьких городов. И люди специально приезжают из, значит, регионов вокруг Екатеринбурга, чтобы посетить музей и сходить потом в кафе. Так. А вот я не помню, здесь есть вообще планы? Нет этого? Нету? Аль, ты не видела? Не, я не видела. А тут нет планов. Ну ладно, бог с ним. Но зато здесь есть разрез. Вообще, должен сказать, что самое главное... Ну тут разрез, к сожалению, только фасадный. Такой разрез по склону. Вот здесь, кстати, видно как раз... Хотелось бы как раз понять по планчикам. А я расскажу очень коротко, просто, да. Но планчиков нету, потому что здесь этого нету, а в архивы мне залезать было времени, к сожалению, не было. Значит, вот здесь вот цветными линиями, такими градиентными, показаны раз, два, три, четыре потока. То есть если мы посмотрим вот на этот план, то здесь показано три потока, но здесь нет просто пешеходов.
пешеходного потока, который тоже, в общем, значимый, но его как бы не видно, это и так понятно. Пешеходный поток у нас обозначен на разрезе. Этим зданием мы, по сути, соединяем верхнюю и нижнюю набережную. Дело в том, что в Перми нижняя набережная, она практически никак не задействована для города, в связи с тем, что туда очень долго и сложно спускаться, туда мало ходит народу. Но, с другой стороны, может, это и неплохо, туда ходят люди, которые бегают, ну, это типа вот как в Москве, например, набережная Лужников. То есть туда как бы приезжают специально, чтобы типа заниматься спортом, просто гулять, там никого нет практически, и это очень комфортно. Но мы музеем, по сути, связали эту набережную, и таким образом пешеход может легко на эту набережную попасть. Причем он может попасть как на лифте, ну, если это, допустим, обязательно доступ инвалидов нужно обеспечивать, маломобильных групп. Это люди, которые, например, там не обязательно инвалиды, они, например, пожилые, им вот, сами понимаете, преодолеть вот такую лестницу практически нереально. Ну, да, поэтому они заходят спокойно в музей и спускаются вот на эту отметку, и уже отсюда спокойно, как бы довольно комфортно идут пешком. Вот. Но, возвращаясь к плану, допустим, значит, что собой представлял этот ящик? По сути, мы его развернули, убрали все, что выше отметки нуля, для того, чтобы отказаться от концепции перегородить вид. Ну, то есть, условно, у Камы и вот у этой перспективы высокой набережной очень крутой вид. То есть ты когда вот подходишь к краю, ты понимаешь, что это очень потрясающее зрелище. То есть ты видишь на той стороне низкий берег Перми. Он такой как бы не сильно застроенный. Там какая-то индастрия есть, немножко зоны какие-то. Дома даже есть, но в масштабе это все теряется. И ты видишь, в общем, такую бесконечную тайгу за Камой. И сама Кама очень сильно производит впечатление, потому что она огромная, широкая. Кстати, она заканчивается вот справа электрогенерирующей станцией. Такой одной из самых крупных в России. Вот. И это, в общем, очень сильное впечатление. Мы подумали, зачем это впечатление портить? Ну, то есть все остальные проекты, они как бы ставили дом вот так поперек, вот они поперек, они загораживали просто это все целиком, и, в общем, кайфа никакого, потому что ты видишь только дом. А мы подумали, зачем всем видеть наш дом, который, в общем, и так, в общем, как и все остальные дома, дом. Мы подумали, что наш дом должен быть как бы под основой для вида. И сделали такую, в общем, платформу довольно простую, в которой есть три вещи. Первое – это, собственно, платформа для вида. Это самое главное. Это ты поднимаешься сюда либо по пандусу, либо по лестнице, встаешь на краю и получаешь еще более сильный вид, потому что ты не видишь вот этого всего трэша, который перед тобой. Ты встаешь прямо непосредственно к краю и, в общем, наблюдаешь совершенно потрясающую перспективу Урала. Ты абстрагируешься абсолютно, собственно, для чего музей нужен. Это я чуть попозже расскажу, почему мы его назвали «Горизонт». Ну, собственно, потому мы его назвали «Горизонт», потому что мы как бы им делаем горизонт. Но там два типа горизонта. Вот я сейчас рассказываю о первом типе горизонта. Первый тип горизонта – это горизонт внешний, когда ты своими органами чувств, глазами, слухом, какими-то тактильными способами по мере использования пандуса и лестницы, ты как бы продвигаешься по такому монолитному объекту. Здесь еще надо сказать, что вот сама Пермь и сам как бы само название города, оно, в общем, отсылает к такому чему-то очень древнему и к чему-то очень основательному. Ну, пермский период, там, да, какая-то такая массивная, абсолютно
такая как бы вневременная вещь. И, собственно, мы нашим подходом и хотели передать это ощущение. Поэтому мы использовали, по сути, два материала. Один материал — это камень, который являлся вот горизонтальными поверхностями. Ну, мы думали, это может быть любой вид камня, даже, в принципе, искусственный камень типа бетона. Но это такие массивные плиты, отлитые либо какими-то небольшими фрагментами, там, допустим, метр на метр, либо это какие-то более мелкие вещи. Ну, неважно, это как бы некая такая массивная каменная штука. И стекло. Значит, дальше вот в этой штуке есть еще две важные вещи. И это, собственно, амфитеатр, который тоже выполняет функцию определенную. Это амфитеатр для каких-то событий таких временных, ну, каких-то фестивалей и так далее. То есть здесь что-то происходит перед входом. Ну и, соответственно, очень важная составляющая — это... сейчас, где она... А, вот она вот здесь. Это, собственно, стеклянная такая призма, срезанная как бы стена входа, вот, где, собственно, размещен логотип Пермский музей 21 века, и где ты видишь, собственно, где находится сам вход. То есть эта штука, она единственная во всей этой каменной глыбе, является чем-то связанным с... нашей физической реальностью как бы современного города. А все остальное, это, в общем, такая, если вы видите, поверхность, за которой ничего нет. Там просто небо, какие-то окружающие деревья, которые торчат слева-справа из ландшафта, и дальше бесконечный горизонт. И вот это, собственно, стеклянная, срезанная такая геометрическая штука неправильной формы, она является символом входа. Собственно, там же слева, сразу при входе, кафе городского масштаба, тот, о котором я рассказывал. То есть это там кафе, ресторан. Это то место, куда ты можешь пойти, не обязательно посещая музей. Я считаю вообще, до сих пор считаю, буду считать, был считать и есть считать, что любой музей начинается с кафе. Вот, например, в Ельцин-центре первое, что я предложил сделать, когда мы начали этот проект, я предложил сделать как там две вещи – кафе и ресторан. Потому что, ну, как бы очень интересно смотреть, конечно, там историю, все это классно. И обязательно... вкусный пирожок. Ну да, обязательно это нужно, но потом, или перед этим, но обычно потом. Потом ты должен обязательно съесть вкусный пирожок, да. Это просто, ну, железно. Как и театр более. Ну, как и Икея. Знаете, вот в Икее. Как в Икее ты едешь, в принципе, поесть. То есть ты там долго ходишь, смотришь вот этот весь трэш, как бы, который тебе нужен, что-то покупаешь. Но потом ты обязательно идешь в столовую, и там ешь фрикадельки с этим вот брусничным, так сказать, вареньем. Вот. Да, точное замечание будет. Ну, конечно. То есть любой музей... Он должен обязательно начинаться с... Видишь, Икея не драки, они все-таки спрятали свою кафешечку. Они не спрятали свою кафешечку. У них кафешечка находится ровно в начале. То есть там, вот когда ты входишь в Икею, ты можешь пойти, вот на второй этаж ты поднимаешься, ты можешь пойти сразу в кафе. И они понимают, что многие сначала едят, а потом ходят. Да, и там связка прямая. То есть ты поднимаешься по лестнице в Икее, всегда. И там вот всегда у тебя вход в кафе сразу. И там буквально вот ты 10 метров по коридору проходишь, такому невидимому, и ты оказываешься в огромной столовке. В общем, Пермский музей начинается с того же. Да, и, кстати, надо сказать, что мы здесь абсолютно абстрактно делали материалы. То есть у нас не было задачи показывать, из чего мы это делаем. Нам вообще это было неинтересно. Нам было интересно показать, какую программу мы делаем. Я считаю, что вот если говорить про концептуальную архитектуру, то концептуальная архитектура не в смысле, что она концептуальна, в смысле, что она как бы связана в первую очередь с производством некой концепции. То есть это не эстетика, это... Какой-то сценарий, да? Это некий софт, да, это некая программа, которую... выполняет здание. Значит, вот производство здания Пермского музея — это создание новых потоков, которых не было. И
подхватывания существующих потоков. Вообще хорошая архитектура, она не... ограничивает потоки существующие. Вот еще много объектов, которые как бы противоречат, скажем так, структуре города. То есть видно сразу, что это здание не отсюда. Ну, прям видно сразу, это здание не отсюда. Не в том смысле, что это НЛО. Не в том смысле, что это как бы какой-то объект, который как бы совершенно другой по эстетике. А в том смысле, что оно не работает в этой среде гармонично. То есть оно нарушает потоки, оно как бы препятствует каким-то простейшим вещам, там, проезду автомобилей, проходу пешеходов, оно перегораживает вид. То есть вот такие вещи. И на самом деле на подсознательном уровне обыватель, пользователь города, он это чувствует. И ему это здание как бы не очень нравится. А здания, которые гармонично вписаны, неважно, какой они эстетики, они просто... например, подхватывают эти потоки, наоборот, помогают пешеходу пройти легче куда-то. Или, например, они помогают ему там развернуться вдруг неожиданно на машине. Раньше этого не было. Например, это здание создало вместе с собой инфраструктуру, позволяющую это делать. И вроде как бы тогда окей. Тогда это как бы часть среды, часть гармоничного пространства, которое создано как бы вот новым зданием. Вот, кстати, пример... дисгармоничного здания, значит, не в Берне, сейчас я вспомню, где. Где-то построил Херцог Адамирон, значит, такую длинную сосиску такую, которая поперек города встала. Это Экспо. Прямо в центре города. Ну, в каком швейцарском городе, не помню, то ли в Берне, то ли, ну, не помню, в каком. И это прям видно, насколько оно как бы не в кассу совершенно. То есть оно там все виды перечеркнуло, и оно, ну, как бы не про это место. То есть это не контекстуальная архитектура и не архитектура, которая эти потоки создает. Вот мы решили, что нам надо сделать, как бы поддержать эти потоки и вот своим зданием эти потоки сгенерировать, существующие и, соответственно... И новые. И новые создать, да. Значит, программа здания у нас очень простая. Значит, как мы распределили внутри поток? Внутри поток у нас делился на... как бы у нас внешних потока два, которые входят в это здание. Один поток — это транспортный, инфраструктурный поток, вспомогательный. Ну, это загрузка, это, значит, загрузка предметов искусства, заход администрации, он у нас разделен. То есть у нас есть административный вход и загрузка, а есть как бы главный вход, где пешеходы. Про паркинг я не говорю. Вот у нас там есть там паркинг двухэтажный небольшой, чтобы можно было на машине прям заехать внутрь и припарковаться. Там тоже такая есть возможность. И, ну, плюс администрация где-то должна парковаться. Лучше спрятать это в здании, чем... всю эту парковку как бы грязных машин оставлять на улице. Потому что обычно это довольно большая площадь по габаритам. И все эти машины рядом с большими объектами, они, в общем, портят на самом деле ощущение от входа в это здание, когда ты входишь в это здание как посетитель без машины. И мы эти потоки, естественно, разделили, и они не пересекаются. Вот в музее... на мой взгляд, это очень важная вещь. То есть это самая главная вещь – разделить потоки грамотно. То есть их всегда два. Один поток – загрузка. Это как раз у нас там загружается кафе, у нас загружается там искусство. Ну, под искусством я имею в виду любые объекты, которые привезли. Это может быть там все что угодно. Скульптура, фотография, значит, там, книжки, неважно. Некий как бы складской продукт, который как бы логистически грязный. В коробках, потом это надо где-то разобрать, там есть специальная как бы у нас зона для разгрузки. То есть в этом смысле мы очень четко проработали этот вопрос. У нас есть там терминал, который позволяет одновременно разгружаться и загружаться нескольким машинам. Ну, например, бывает так, что выставка
идет, а приехала новая выставка. Ее надо разгрузить. А иногда бывает так, что выставка разгружается, старая загружается, увозится, а новая приехала. А иногда там 3 выставки, иногда 4, ну и так далее. Потому что здание, оно имеет много выставочных площадей, и оно должно позволять гибко использовать внутреннее пространство так, чтобы ты мог одновременно перекрывать некоторые залы для создания новой выставки или закрытия старой выставки, чтобы это никак не влияло на зрителей. Вот. И, значит, дальше, что касается входа для посетителей, там все очень просто. Ты входишь в этот сложной геометрии, ну, в смысле, простой геометрии, но сложной формы вход со стороны плато, ты заходишь внутрь, и у тебя здесь как бы на входе у тебя всего лишь 2 варианта. То есть вариант 1 – это пойти в кафе налево, а вариант 2 – это пойти в музей направо. Причем музей, как раз вот я расскажу, как у нас делился музей. И, в принципе, вот каждый момент развилки, так называемый, как в сказке про богатыря, у него есть всегда выбор. Там налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. Там вот как бы всегда есть такой выбор. И мы старались этот выбор очень четко артикулировать. Потому что это и есть, собственно, пользовательский интерфейс. То есть чем проще этот пользовательский интерфейс будет организован, тем проще человеку, мы же для человека это делаем. А можно вопрос? Да. А вы это делали навигационно или в планировке? Вот. То, о чем ты говоришь. Это очень хороший вопрос. Мы это делали и в планировке, и навигационно. Значит, вот как раз хороший интерфейс, я сейчас говорю про пространственный интерфейс. Ну, кстати, этот термин... Тем и хорош. Термин я начал вводить вот еще там в начале 2000-х, когда я вообще задумался о том, что же такое, в принципе, архитектура. Я для себя сформулировал, что архитектура — это на самом деле интерфейс. То есть там ничего такого отличного от обычного вот компьютерного интерфейса нет. То есть ты делаешь, в принципе, то же самое, только в физической реальности. Так вот, начиная с улицы, мы этот интерфейс как бы постепенно усложняем, как и должно происходить, собственно, в погружении в предмет. То есть ты вот погружаясь в любой предмет, ты усложняешь как бы набор выбора. То есть вот когда ты пришел на площадь, у тебя, в общем, там 2 варианта. Ты идешь либо на набережную вниз, ну, 3 варианта, либо наверх, как бы на плато. Но на самом деле у тебя один вариант – это войти в музей, и ты видишь его сразу. То есть 2 этих вторых варианта – это всего лишь опция. Но на самом деле ты в музей пришел, и вариантов у тебя нет. Ты входишь как бы вот в эту стекляшку. Ты входишь в стекляшку, и там у тебя как бы тоже очень простой выбор, который ты сразу моментально принимаешь решение в этом выборе. Ты идешь либо в ресторан, либо в музей. Это тоже очень простой как бы выбор, ну, 1-0. Там ты выбираешь, все, да, нет. Пошел. Значит, когда ты спускаешься в музей, здесь интерфейс усложняется. Ну, конечно, по дороге ты должен снять верхнюю одежду, если это, например, осень или зима, или весна. У нас, в общем, одно есть только время года, где ты не снимаешь верхнюю одежду. Это 2 месяца, июль, наверное, и август. А все остальное время, в принципе, там как бы ты, ну, особенно в Перми. То есть Пермь – это, то есть там с точки зрения климата, такое более жесткое место по сравнению даже с Москвой. То есть это такой, ну, это не резко континентальный, но это континентальный климат. То есть там, в общем, 2 месяца теплых, остальное время там не очень. Вот, ты раздеваешься, то есть всегда есть гардероб у музея, это понятно. Здесь надо считать количество людей. Это очень важная процедура, есть нормативы. Ну, я не буду сейчас об этом говорить, это скучно, как бы. Но это очень важно. Нужно посчитать количество, значит, пальто, которое должен принять гардероб. Дальше ты, как ни странно, вот на этом первом пути там есть еще некая такая функция, которая, она, с одной стороны, уже музейная, но с другой стороны, она все равно еще внешняя. Это конференц-пространство.
Потому что конференц-пространство иногда пользуется как бы не спускаясь в музей. То есть у нас музей в связи с тем, что у нас структура начинается сверху, у нас же музей расположен на рельефе, и мы входим в музей не как обычно, снизу вверх поднимаясь, вот как на Крымском валу, например, ты входишь, а дальше у тебя как бы еще два этажа. То есть первый этаж — это входная группа такая в основном. А потом второй и третий. То есть ты как бы поднимаешь, что здесь наоборот мы спускаемся вниз. Всегда мы все как бы глубже и глубже вниз спускаемся. Но смысл тот же самый. Значит, и вот как бы, когда мы входим в это пространство, проходя мимо конференц-зала, мы оказываемся в таком зале, где, собственно, и осуществляется основной выбор. То есть ты туда спустился, это такой большой фойе. Во-первых, ты смотришь на Каму, потому что наш фасад, он примыкает непосредственно к воде. И это очень важно. То есть вот сам зал вот этот, вот, где ты делаешь основной выбор, он вот здесь. Ты спускаешься в этот зал. Это такой большой парадный зал, где, собственно, все собираются перед тем, как куда-то пойти, и после того, как куда-то сходили. То есть здесь такой некий отдых. Там такие банкетки, ты сидишь и смотришь вот на горизонт. То есть на самом деле вот это место, это как раз примерно уровень горизонта вот этого плато и чуть выше горизонта за Камой. И поэтому вот это название горизонта мы взяли как такую связку с внешней средой. Кроме того, значит, теперь вот что касается внутреннего горизонта, о котором я еще не говорил, этот музей, он так сделан, что он как бы тебя раскачивает, постепенно помогая тебе забыть о городе. То есть ты когда попадаешь, как только ты как бы входишь в стекляшку вот в эту, ты, в общем, в этот момент уже, в принципе, отрезан от внешней среды, потому что вот это все стекло и все эти стеклянные поверхности, они, в общем, непрозрачные в основном. У них прозрачная часть только в области фойе. А все остальное время ты смотришь там либо на стену, либо на матовое стекло, либо на какие-то фрагменты небольшие прозрачные, которые фокусируют себя на определенной точке. И сделано это потому, что вообще музей — это про стены. То есть в музее окон вообще не должно быть, в принципе. Так же, как и в магазине. То есть ни в магазине, ни в музее никогда нет окон. Потому что тебе нужны поверхности для повески. Это обязательное условие. Вот эти поверхности для повески мы, тем не менее, снаружи закрываем неким материалом. На тот момент мы подумали, что это могло бы быть стекло, причем такое мы придумали, грубое стекло. Оно как бы не просто стекляшка, вот как офисное здание, а оно такое как бы с фактурой. Это такой кусок стекла. Такой немножко олдскульный прием, но зато это такой, в общем, некий такой монолит, найденный геологом условно. Как грубая такая затвердевшая стекляшка. Вот что-то такую поверхность мы хотели создать. Но мы особо не вдавались в эту деталь, это была просто такая идея. И потом, вот попадая в это большое пространство, сейчас, может быть, я его найду здесь. Нет, здесь его, к сожалению, нет. Но это пространство представляет собой такой прямоугольник большой, вот с пропорциями где-то там 1 к 4, может быть, даже 1 к 5, я уже не помню. Где перед тобой, вот здесь, кстати, видно, там на просвет чуть-чуть видно такие как бы более темные пятна. Вот эти более темные пятна — это, собственно, твое меню. Ну, как будто ты на сайте, и ты выбираешь, куда тебе дальше пойти. Вот это и есть следующий момент интерфейса. Более того, там прям написано, там детская студия, название выставки уже конкретно написано вот на том месте, где проем, который ведет себя к этой выставке. То есть это уже меню, где ты совершаешь выбор. И там, в общем, выбор тоже небольшой, потому что если ты пришел с детьми, то у тебя там, в общем, два варианта. Ты идешь как бы там либо в студии, либо на выставку. И ты, в общем, там тоже тебе просто довольно. И вот эту простоту выбора мы обеспечили вот этим залом. Это простой один большой зал, где есть условно меню, на название которого ты кликаешь и идешь туда уже. Как в компьютерной игре, в общем, ничего такого. Или как в русской сказке с богатырем.
Вот дальше внутри, там все устроено таким образом, что в каждом зале есть маршрут. И этот маршрут, он зациклен. Причем он не обязывает тебя ходить строем, ты можешь выбирать любое направление движения, но смысл в том, что все залы сдизайнированы очень универсально и максимально открыто, чтобы ты мог их перекомпоновывать, строить новые стенки. При этом мы это делали не колоннами, как это делается обычно, а мы делали это стенками просто, которые тоже являются, ну, такими пилонами, как бы, стенами несущими, которые тоже являются поверхностью, на которую тоже что-то можно вешать, размещать. Вот. Дальше ты, как бы, проходя этот зал, выходишь обратно в фойе всегда. То есть там нет сложной структуры, когда ты из зала в зал, вот как это в Третьяковке сделано, да, ты как бы там запутываешься и в конце там где-то оказываешься. Да, такой лабиринт. Непонятно где, да, это лабиринт. То есть здесь все очень понятно, ты всегда выходишь после захода в основное меню, всегда выходишь обратно в основное меню. И дальше ты после этого меню заходишь в другой зал из этого же зала. Это очень важный момент. Это такое разделение выставок. Причем там выставочные залы довольно приличные по размеру. Ну, то есть там разного они масштаба, и все они расположены, собственно, вот уже на вот этих вот нижних уровнях. А самый нижний уровень у нас как раз отдан отелю, собственно, в который ты можешь заехать с чемоданом. И, например, если ты участник экспозиции, в принципе, тебе даже не надо в город выходить. Вот то же самое мы сделали в Ельцин-центре. Там есть отель, называется «Резиденция». Он состоит из количества номеров, ровно количество букв слова «резиденция». По-моему, в «резиденции» 10 букв. Резиденция. Или 1. В общем, 10 или 11. Там я не помню, какое количество номеров. И каждый номер назван просто буквой, а не этим самым, не номером. R там или E. Там, правда, есть две повторяющиеся буквы, но они разного размера, поэтому понятно, в какой ты живешь. И здесь то же самое. То есть мы сделали здесь отель, но он такой небольшой, но на 40 номеров, трехзвездочный отель, который позволяет добавить экономики в проект в том числе. Слушай, Боря, можно я на секундочку? Скажи, пожалуйста, уровень электрички, он там же или электричка под отелем? Нет, уровень электрички выше отеля, но она выше и левее. Отель, он как бы в связи с тем, что рельеф наклонный, сейчас я покажу разрез, вот, отель находится где-то, вот электричка, вот электричка. А, электричка отель, сильно выше. Да, электричка вот здесь, да. А отель, он находится где-то вот в этой зоне, вот так вот. Нет, извини, вот в этой зоне, вот он. Вот это и вот эта часть. Ну, то есть вот эта часть, это инфраструктурная часть, это для пароходика место, там всякие билеты, какое-то... место посидеть, а вот эти кофе. Белые сейчас, ну, просто на разрезе, то, что белым с человечком, это сквозные, да? Такие? Ну, сквозные, да, это вот, собственно, объем. Вот как воздух, так и вот это. Весь объем, да, здание? Да, это насквозь, то есть электричка насквозь, это вот насквозь как раз, это дополнительный проезд, там есть такой проезд технический, на этой набережной есть автомобильный проезд технический для обслуживания набережной. И мы сделали его размером, чтобы там могли какие-то грузовые технические машины, и вот здесь, и здесь, они могут проезжать, вот, чтобы обслуживать эту набережную. По-моему, здесь не могут. Да, там низковато. А вот здесь могут, да. А здесь какие-то такие полугрузовые могут и легковые могут. Вот. Ну, там ездят периодически всякие мусороуборочные машины, те, кто собирают ветки, потому что там эта набережная такая очень зеленая, как Лужники. То есть там прям такой, прям какой-то парк. Вот. И, соответственно, этот отель, он как бы сквозной, тоже на всю глубину здания. Плюс у нас, если не ошибаюсь, по-моему, с той стороны мы сделали технические какие-то помещения. А может быть... А, нет, здесь тоже какой-то вот выход отсюда сюда. Есть, и тоже это тоже часть отеля. Ну, в общем, там он перемешан с техническими функциями. Это вещь. Вот здесь у нас въезд в паркинг, вот его видно. Тоже мы его специально сделали с этой стороны, чтобы не пересекать с пассажиропотоком. Потому что пассажиропоток, он с этой стороны не ходит. Он ходит только с одной стороны, с той. Причем он ходит
естественно, только в рамках нашего здания. Как бы снаружи здесь можно только вот до сюда дойти, обойдя либо через мостик, либо просто вокруг вот эту рампу, которая спускается вниз. И это административный вход. Вот. Я уже немножко забыл, в общем, что там внутри, но в целом примерно так. Очень интересно. И главное, знаешь, проект разворачивается, потому что так нет такого подробного описания и просто какие-то картинки, а тут ты понимаешь, насколько там все продумано. Ну, там это я коротко. Ну, да. Слушай, это коротко. На самом деле, если там вдаваться в детали, то там продумано все до... как бы в какую сторону должны открываться двери. То есть мы там двери открывали, показывали со створками. Там все еще по нормам сделано. Mm-hmm. То есть плюс что там пожарная безопасность, надо иметь в виду. Mm-hmm. Она соблюдается. Дистанции до эвакуационных выходов, это очень все важно. Mm-hmm. И здесь это все учтено, конечно. Ну вот я могу перечислить, кто там участвовал. Зах Хадид, Акончи студио. Кстати, этот чувак очень клевый. Я с ним познакомился в Перми. Это итальянский художник, который стал архитектором в какой-то момент. То есть он был художником, а потом стал архитектором. Вот я знаю случаи, когда архитекторы становятся либо музыкантами, либо художники. Вот, например, Макаревич, это как бы архитектор, он заканчивал архи, стал музыкантом. Либо режиссерами, актерами. Либо режиссерами, да. Вообще архитекторам легко делать кино. То есть, в принципе, если что, мы можем быстро переквалифицироваться в режиссеров. Ну вот Нокс, Ларс Спайбрук, да, такой чувак. Ну, причем, естественно, зная, что это все невозможно, как бы, ну, вот такие вот, например, вещи в Перми, то есть понимая, что все это невозможно, как бы, мы все равно очень уважительно относились друг к другу и не препятствовали. Хотя, конечно, там периодически я вступал в дискуссии с архитекторами, спрашивая, как бы, вот как это будет все эксплуатироваться, например, в пермскую зиму. Там, и что это такое, что это сделано. Но я уверен, что... А как же снеговая нагрузка? Нет, ну все это можно сделать, просто это колоссальных денег стоит. То есть в этом смысле, когда мы обсуждали с местным губером все вместе там наши проекты, я выступал с тезисом, что, в общем, бессмысленно делать, например, Зах Хадид в Перми, потому что просто денег нет на это. Ну, то есть, окей, там. То есть, вот это красиво очень, и это можно сделать все. Но это можно сделать, там, например, в Нью-Йорке, причем в хорошие времена, вот которые были сейчас. Вот сейчас они закончились. Все, сейчас вот уже никто не будет тратить такие бабки. Никогда. То есть, сейчас все уже, это время исчезло. И вообще, тогда как раз у нас были дискуссии на тему... адаптивности архитектуры к реальности. То есть мы как раз там разбились на два лагеря. Одни архитекторы типа Акончи говорил, что архитектура должна, конечно, быть предметом стремлений и, собственно, инструментом стремлений, да, человечества к какому-то другому, новому, счастливому, светлому миру. А с другой стороны, как раз вот сторонник, чего я являюсь, я говорю ему, конечно, это все обязательно, но при этом она должна быть абсолютно реализуемая, трансформируемая и способная в случае, если... Менять функцию. Менять функцию в случае, да, быть построенной еще очень просто, да, как бы не быть избыточной в своем видении, излишне избыточной, и способны менять функцию в случае, если что-то пойдет не так. А вот сегодня, например, мы можем видеть, как у нас пойдет не так. И это очень хорошая вообще встряска для всего человечества. Я думаю, что сейчас наступит время тех, кто мыслит рационально. А как можно описать текущую повестку социальную в архитектуре за рубежом? И, ну, у нас, я немножко сомневаюсь, что какая-то повестка есть. Как ты думаешь? Ну, это хороший вопрос, кстати. И вообще тему с повесткой
в последнее время я обсуждаю уже с несколькими людьми вообще ее наличие. Значит, они говорят, что какая-то повестка у нас нет, есть. А я, вот как и вы, утверждаю, что повестки никакой нет. И более того, повестки не будет до тех пор, пока мы, архитекторы, не сможем объединиться и эту повестку создать. То есть пока предпосылок к объединению я не вижу. Ну вот, да, и пока каждый говорит о себе, бессмысленно, в принципе, говорить о какой-то повестке, я считаю. Это вот мой ответ конкретно. Но это эволюционный процесс, где-то лет через 300, ну там, 250, когда, может быть, 10 поколений сменится архитекторов, и они будут попадать в те или иные обстоятельства, которые заставят их как-то действовать иначе. Может быть, мы получим более свободно мыслящих людей. Или наоборот, как бы это вообще все отменится, и, как я уже говорил, архитектор станет просто искусственным интеллектом и будет выполнять чисто техническую функцию. Тебе вопросы задавать? Вот тут один пришел от студента. Давай. Известно, что в «Матриксе» предполагалась картинная галерея. Будет ли это реализовано в будущем? Ну, у тебя там музейная спираль вот эта вот по проекту. А вообще сейчас на какой стадии «Матрикс»? Она полностью доведена? А я сейчас его включу, просто по фонам был. Но единственное, что здесь, по-моему, нет картинок как-то особо. Вот билдинг. Билдинг, да. The building. Вообще, знаешь, ты рассказал про вот этот пермский конкурс, а я полазала по вашим проектам, по сайту, ну так, более пристально перед нашей встречей, и поняла, что ты очень многие вещи уже реализовал. То есть, собственно говоря, в этом матрешке там вся вот эта многофункциональность. Да. Кафе. Что-то, вот видите, кафе. Кафе, да. Ну, кафе, ресторан. И вообще интеграция разных функций в одно здание. То есть, чтобы оно могло сочетать в себе разные такие приманки. Ну вот это, да, например, это зал-трансформер, дальше там вот эта выставочная спираль, то, что называется. Ну, да, это гибридное здание. Ну, собственно, если говорить про дальше типологию... В центре тоже, ну, как бы та же история немножечко. И даже чуть-чуть в гиперкубе. То есть она может быть там... Да, более, да. Там такая как бы более четкая функция заявленная, но в принципе немножечко есть каких-то доп. Моментов. Есть проблема с этим, она очень существенная. Значит, кроме того, что это можно сегодня реализовать, то есть это не очень сложная задача, этой программой надо заниматься. То есть это очень большая... То есть ее надо придумывать и внедрять. Она внедрена, пожалуйста. То есть эта программа, она полностью реализована. Но я говорю о том, что эту программу надо поддерживать. Вот всеми теми событиями, которые должны в этом здании происходить. Если собственник этого не делает, то здание, КПД здания, ну, условно, там, оно, вот можно там взять MacBook Pro и на нем, и, допустим, играть на нем играть... Играть в косынку. Играть в косынку. Нет, можно даже играть в World of Tanks, например. То есть можно играть в World of Tanks, но... Понимаете, MacBook Pro, он создан был не для World of Tanks. MacBook Pro — это профессиональный инструмент. Вот. Он создан для того, чтобы создавать на этом инструменте контент. Ну, собственно, вот и у любого здания производство контента — это очень важная ставка. Вообще, в принципе, любое здание производит контент. Неважно, какое оно. Жилое или офисное, или музейное. Так или иначе, любое здание производит некий контент. Дальше этот контент, он просто плавно переходит в свою пользовательскую нишу. Там у кого-то контент более социальный, у кого-то менее, у кого-то этот контент
более общественно значимые, у кого-то менее общественно значимые и так далее. Так или иначе, архитектура всегда это производит. И, в принципе, мы проектируем некие оболочки для производства неких, ну, там, некоторые называют это производством смысла. Но можно так назвать, пожалуйста. Я это называю производством контента, производством идеи, производством концепции. Вот так же, как и, собственно, здание «Горизонт». Вот здание «Горизонт», задача вообще здания «Горизонт», и вообще как и задача искусства, это отключить человека от реальности и погрузить его в реальность, в другую. И сделать это просто, ну, как бы наиболее красивым способом. Дальше качество этого контента зависит, собственно, от куратора, от модератора этого здания. Все. Чем лучше команда, тем лучше как бы погружение в контент. Вот один из примеров хорошего погружения в контент я могу назвать, ну, прям классический. Вот возьмем там с музеем связанную тему, раз мы про музей говорим. Возьмем Третьяковку. Вот есть в Третьяковке, знаете, сейчас была выставка в новой Третьяковке «Русская сказка» или там что-то такое похожее. Что-то такая выставка была. Вот я ее посетил. Значит, а есть, в принципе, то же самое, та же коллекция тех же художников в старой Третьяковке. И вот здесь очень интересный момент. Эти две выставки можно сравнить. Вообще, две экспозиции эти можно сравнить. Значит, мое мнение, что выставка в новой Третьяковке, она абсолютно проигрышная по сравнению с выставкой в старой Третьяковке, классической выставкой. Потому что в ней, в этой выставке, в новой, к сожалению, все превращено в такой, как бы, немного потребительский формат. Mm-hmm. Как бы живопись Васнецова, условно, она была уронена, скажем так, до уровня живописи с Никс Сафроном. Вот, к сожалению, вот когда так происходит, причем это сделано было разными методами, самим способом экспонирования, значит, самой упаковкой этой выставки, как она была сделана, эти папье-маше, значит, вот эти пространства искусственные, сама экспозиция, как она была создана с точки зрения движения зрителя, с точки зрения логики. То есть это вообще не про переключение зрителя в другую реальность. Это скорее такое поверхностное погружение с фотографированием все это на iPhone. То есть, когда ты, в принципе, живопись не смотришь, а тебе важнее сделать портрет своего... селфи. Селфи или портрет своей там подружки или дружка на фоне там картины Васнецова. Я считаю, что это тупиковая ветка выставочного дизайна. Ну, я прям могу это три головы прямо сказать, вот сейчас прям говорю. То есть я не говорю, что, ну, как бы, не надо это делать, я просто говорю, что это тупиковая ветка. Ну, это же такая популяризация. В принципе, новая Третьяковка последние несколько лет уже постоянно организовывает выставки, как бы, ну, пиарит их и, в общем, имеет успех. И очереди, и толпы людей. И... Можно это делать просто тоньше. Серов. И... Пожалуйста. Популяризацию можно делать, просто это можно делать ну, с хорошим, высоким уровнем качества экспозиционного, я считаю. Тоже абсолютно при этом поддерживая идею как бы популяризации и такого интерактива жесткого, я бы так сказал. Ну, Боря, ты на самом деле сам у истоков стоял, твоя выставка, которую ты для Олега Кулика делал, ты помнишь, какой это был фурор, и, в общем-то, тоже такая прорывная вещь. Тогда еще никто так не экспонировал. И... Ну да, кстати, между прочим, это тот же прием, в принципе, но да. Там просто сделано как бы не прямо, не в лоб, там так все как бы потоньше, и мы при этом... Но это имеется в виду тот же прием, который взят и сделан такими же там доступными средствами. Да, я говорю про новую Третьяковку. Я уверен, что это было дешевле, чем то, что вот сейчас было на русской сказке, 100%. Вот. Кроме того, мы все-таки погружали еще человека в материал. То есть там были такие более подробные рассказы, еще каталог был такой сильный.
издан специально для этой выставки. Эй, я очень хорошо помню эту выставку, это было сильно. Вот, ну, в общем, я считаю, что это тупиковая ветка, ее не стоит развивать, но, в принципе, вот музей, если возвращаться к вашей теме, то это примерно та же самая история. То есть вот можно делать какие-то эксперименты, связанные с... ну, как бы пространством и материалом, как это делает, например, Фрэнк Гири или Заха, где, в принципе, вообще ничего выставить нельзя, потому что там все стенки кривые, ну, на них нельзя повесить ничего. Можно на этих, на металлических, я забыла, как это называется, но знаешь, такая, когда ты просто подвешиваешь к потолку, ну, сейчас разные... Ну, например, да, но это не экспозиционное пространство, я все-таки считаю, что, как и у жилья, все-таки у музея должны быть конкретные инструменты для того, чтобы экспонировать было удобно. То есть вообще музей – это про траекторию движения и про экспонирование, передачу информации. У нас тут есть... да, вот сейчас можно, Ваня? У нас тут есть отличный вопрос из нашего списка. 3 ваши рекомендации по работе над проектом музея для студентов и начинающих архитекторов. То есть первое – это организация потоков. Ну нет, это очень сложно. Давайте упростим все. Значит, 3 рекомендации. Рекомендация номер 1 – сделать реальный музей. Просто сделать реальный музей. Вот как будто вы в него реально идете. Вот, кстати, я помню, почему я выиграл этот конкурс студенческий. Собственно, я и не планировал это совершенно. Это как бы получилось автоматически. Я себе такую же задачу там поставил. Я просто поставил задачу сделать реальный музей. То есть вот ты как бы делаешь проект, и смотря на этот проект, ты понимаешь, что это музей, да, в него можно войти, вот здесь надо раздеться, здесь ты проходишь, значит, здесь вот ты смотришь, потом ты идешь сюда, выходишь, здесь вот кафе, ну, все понятно, как бы вход, ну, музей. Значит, дальше второе – это должна быть ясная абсолютно концепция формы и содержания. Содержание я имею в виду, как внутри устроено. Ну, как бы как снаружи устроена эта форма, и содержание, как она внутри устроена. То есть нужна какая-то ясная концепция. Вот в Перми, например, я просто буду на примерах конкретно, раз я рассказал подробно. В Перми у нас концепция, как я сказал, это горизонт и подключение к этому горизонту. То есть это некий хаб, который связывает все потоки и подключает тебя, отключает тебя, во-первых, от города, когда ты погружаешься. И второе, подключает тебя вот к этим новым потокам и новым способам взаимодействия с пространством. Это вот вторая рекомендация. Сделать вещь, основанную на ясной, понятной идее. Чтобы эта идея была выражена в форме, снаружи было понятно. Вот я смотрю, как бы, и вроде понятно, зачем так сделано. И внутри, когда ты смотришь устройство внутреннее, тоже должно быть понятно. И третье, как бы, что бы я рекомендовал, это последовательность вообще действий. Третье – это... нужно обязательно сделать то, чего ты не делал до этого. Хороший совет. Ну, до этого ты как бы не делал чего-то, и надо это попробовать. Это, в принципе, оторвано от первых двух советов, но в этом и заключается экспериментальное проектирование, которому учат в МАРХИ. То есть вот это тренировочное, я имею в виду, проектирование. Вы же сейчас тренировочное проектирование делаете. Ну да. То есть вы как бы ни к чему не обязаны. Поэтому вы можете что-то попробовать новое. Но при этом очень важно, когда ты шаг 3 осуществляешь, думать о шаге 2, это концепция, и о шаге 1. Почему я начал с шага 1 как реальность? Потому что это более понятно. На самом деле, естественно, я начинаю с шага 2 всегда, ну, концепция. А реальность у меня это обязательно. Просто я считаю, что прежде чем... ну, как бы это делать, лучше действовать наоборот. То есть ты как бы должен делать абсолютно реальную вещь, но за ней должна стоять очень сильное, какое-то сильное очень послание должно быть. Ты должен что-то сказать. А третье, ну, в связи с тем, что МАРХИ, это все-таки поэкспериментировать. Вот, кстати, я помню проекты, которые были без экспериментов в МАРХИ, я даже не запомнил.
Ну, то есть они вообще не запомнились. А вот те, где я экспериментировал, я запомнил. Пусть это даже будет с ошибкой, но зато это запоминающееся, и потом ты эту ошибку не сделаешь. Алечка. Здорово. А ты хотел, Ваня, что-то, какой-то вопрос еще задать? Ой, нам в чат пришел вопрос. Угу. Давайте, может быть, последний, да, и я думаю, отпустим, да. Бориса, да. Уже мы... Ну, это на самом деле, мне кажется, можно притянуть за уши к моему вопросу про, про как бы те самые тренды, да, и повестки в какой-то степени. Как современные направления культуры влияют и выражаются в архитектуре? Пример постмодернизм, который уже закончился, для архитектуры не оставил сильных следов. Имхо. Ну, вот такое мнение у нашего студента. То есть... Какой вопрос? Как современные направления культуры влияют и выражаются в архитектуре? Прямо. Ну, то есть вообще, в принципе, архитектура, ну, это такой, это базовая вещь. То есть архитектура, она всегда отражает то, что происходит в обществе. Просто с запозданием в 5-10 лет. А так это, на самом деле, архитектура слепок вообще всего, что происходит в обществе. Просто есть технологическое, наверное, да, запоздание. Ну, то есть художник, он более гибок, он может... быстро отреагировать на смену парадигмы. Нет, просто в архитектуре из-за того, что это стройка, это 3-10 лет в среднем, ну, как бы любой проект это 3-10 лет от реализации. А, что бы ты ни делал, даже загородный дом, потому что он начнет жить реально года через 3 только, а до этого это все равно стройка. Ты должен загрузиться мебелью, пока ты там сделаешь ландшафтный дизайн, пока там немножко вырастут деревья, пока там начнут кто-то ездить, там родственники, вот начинает загородный дом жить. А до этого это в любом случае стройка. То же самое в городе. Здание, оно в зависимости от своей сложности, оно начинает жить, оно иногда вообще как бы заживает после. Вот там «Матрикс», например, вот я уверен, он сейчас он вообще не живет, то есть там ничего не происходит. То есть там происходит как бы, ну, там, на 5% от того, что оно может делать. Ну, пройдет какое-то время, там, 50 лет, и вот оно там через 50 лет начнет реально работать, как оно было запланировано, например. Так тоже бывает. А, архитектура – это слепок всех событий в обществе локальной. А, спустя 10 лет где-то. Причем там, естественно, политические события отражены, экономические события отражены, потому что это деньги. Политические, потому что это некий такой общественный тренд, экономический тренд в том числе. Но это связано в основном с общественными зданиями, конечно, в первую очередь. Там, где экономика, там это офисы, жилье обычно, там нет никогда ни музея, ничего. Дальше, естественно, это некая мода. Я говорю сейчас про эстетику, да, там, из каких материалов это технологии. То есть это запроектировано, а через 10 лет реализовано. Поэтому это тоже вот очень важный момент, что проектировать надо всегда на 30 лет вперед, если ты хочешь, чтобы это здание не устарело еще до момента строительства. Было. Да, вот я наблюдаю кучу проектов в городе, которые устарели, еще даже не начавшись в стройке. То есть вот я смотрю там, плакат висит, вот, на нем фотография дома. И сразу понятно, как бы вот оно устарело или не устарело. Ну, видно, что там это здание, оно уже устарело, а его даже еще не построили. То есть сразу понятно, как бы вот условно сообщение этого здания по картинке видно. Это очень важный момент. Вот поэтому нужно, конечно, проектировать вообще вне времени всегда. Это очень сложная задача, потому что эстетика мешает этому. И поэтому вот эти все бюро, там вот, например, там МВРДВ, вот такие вот модные бюро, опять же, этот НОКС и даже ЗАХА, в общем, они очень быстро все устареют. Это как бы вещь, она очень современная, с одной стороны, даже, может быть, как бы будущее, но на самом деле это уже прошлое. То есть это такой постмодернизм, в принципе. То есть он как бы ретрофутуризм. Немножко, да. То есть это как бы про будущее, вот то, как бы можно было бы себе представить сегодня. Но не все проекты. У Захи есть реально проекты, вот ее
особенно ранние проекты, когда она не стала еще коммерческой звездой. Она вообще очень клевая тетка. Я ни в коем случае не критикую ее творчество. Я просто говорю, ее использую как пример. Она очень классная тетка, и у нее есть офигенные проекты. Я, например, вот видел своими глазами ее маленький объект в Швейцарии, один, это, по-моему, первый вообще ее проект, который она сделала в этом парке зданий фирмы, которая производит стулья. Забыл, как она называется. А, ты имеешь в виду этот парк, где... Сейчас я... Витра. Я все время забываю. Витра. Там, где все... Да, и там, значит, вот это, по-моему, чуть ли не первая ее реализация вообще. И видно, что как бы есть витальность в этом проекте. То есть она... Видно, что это такой действительно художественный подход. То есть это художественный подход. А вот многие их коммерческие проекты, это просто такой вот уже, ну, скажем, связанная с поддержкой производства вещи. Но это вообще проблема большие бюро содержать. Там приходится как бы соглашаться с тем, что нужно сделать там быстро и особо не парясь, так я сказал. Ну и потом ты уже заявил свой стиль, и тебе, знаешь, как в музыке, ты сказал когда-то там в 20 лет, что ты играешь только тяжелый рок, и все, уже тебе 60, а будь добр. Какой 60? Он там Оскар Немейер, он фигачил. Но Оскар Немейер, он и в 100 лет фигачил то, что он любил фигачить в самом начале. Оскар Немейер классный. Да, он просто... Это его как бы подход, и... Это тоже определенный такой способ создания... Я про Заху, да. Что ты как бы заявляешь какой-то свой стиль. Знаешь, даже ну, у нас, у русских бюро есть вот те, кто... Особенно в такой классицизме, неоклассицизме, чем-то таком. Когда как бы к тебе обращаются, ну, какая-то такая условная классика. Да. Когда это, к тебе обращаются уже за определенным вот этим вот набором. И ты не можешь... Да. То есть ты уже просто становишься заложником некого... Производишь спроса. Продукты, все. Да, ты производишь продукты. Сервис такой. Да, это сервис, да. В этом смысле очень сложно. И, в принципе, я с большим уважением отношусь к людям, которые, несмотря на то, что им там уже... по 70 все равно гнут свою линию. То есть в этом есть и заключается такая, в общем, внутренняя молодость, такой стержень, который... Вот как Оскар Немейер. Он как бы, в принципе, не то чтобы он там делал то, что ему заказывают. Он все равно... Это его есть суть. Это все-таки не про заказ. Это его сущность. Ему 104 было, да, по-моему, когда он... Да. Ну, нормально. Он ходил путать. Это, конечно, круто. Вот я желаю всем того же, несмотря на, так сказать, вирусы и испанки, и ковид. Жить до 104 и ходить в офис. И хотеть изменить этот мир, как он говорит. Хотеть изменить этот мир, потому что он, конечно, требует изменений, и наше старшее поколение, оно продемонстрировано полную, конечно, немощность относительно... того, что происходит в мире. И более того, это очень печально, потому что, если возвращаться к вопросу о повестке, собственно, это и есть повестка. Да? А что вы нам передаете, наше старшее поколение? Я говорю сейчас про политику. Ну, всех крупных политиков, всех крупных стран. Что вы нам передаете? Какой мир вы нам передаете? Ну, как бы вот я вижу, что этот мир абсолютно иррационален, абсолютно нелогичен и не способен справиться с элементарными задачами. Вот я считаю, что задачка типа там, борьба с коронавирусом, в принципе, это элементарная задача. То есть это просто как раз 2-3 реально. То есть эта вещь можно было решить за 3 месяца прошлого года полностью. Вообще. Без вопросов. То есть уже было понятно в ноябре. В ноябре уже было понятно, в середине ноября, что это пандемия. То есть весь мир, уже все политики, они знали, что это пандемия. И это решить вот вообще не проблема. То есть это просто закрываются границы реально на 3 месяца. И вот все, кто там заболел, они как бы концентрируются в одном месте, и все. То есть то же самое надо было делать в ноябре. И все, у нас бы вообще ничего в России бы не было, в принципе. Ничего. Мы бы сейчас спокойно бы ходили
дальше в офисы и работали бы. Значит, вопрос не в этом. Значит, вопрос, что это необходимо просто. То есть это просто кому-то надо. И вот это печально, потому что нам вот это собираются передать все. Дальше. В управление. Вот мы должны с этим работать. Мы должны вот жить в этих конкурсах, которые не реализуются. Мы должны смотреть вот на эти первые каналы, где нам, значит, рассказывают одно, а при этом это совершенно другая история. Нам вот это собираются все передавать. Мы, значит, ходим в Союз московских архитекторов, который вообще не выполняет своих функций. Ну, то есть, в принципе, кроме того, что там сдает в аренду. Окей. И вот это нам все предлагают передать. И спрашивают нас, ребята, какую архитектуру вы хотите для этого сделать? У меня ответ. Вы знаете, точно не такую, какую вы заказываете в своих конкурсах. Ну, то есть точно не эту. Мы хотим другую архитектуру. Мы хотим архитектуру, которая работает, которая не как в сказке «Курочка-ряба», что люди вообще не понимают, что они получают, но при этом они хотят. Ну, типа вот как условно «Я хочу заходить». Ну, пожалуйста, получи. Давай, эксплуатируй теперь это. Стоимость эксплуатации там превышает в 10 раз. Почему-то это вешают на государственный бюджет, и мы должны это все оплачивать. Еще я имею в виду мы, в смысле, все жители планеты Земля, условно, так или иначе. Ну, я имею в виду, да. При этом ресурсов нет вообще. Спрашиваю, а можно вот как бы... Налогоплательщики. Да, а можно ресурсы, спрашиваю. Вот нам, вот, чтобы нам реализовать вот эту вещь, и эта часть города работала эффективно, нужно потратить из городского бюджета вот это. Ну, то есть здесь сделать нормальные парковки. Вот этим, в принципе, этими предложениями занимаются архитекторы. Они говорят, нет, к сожалению, у нас нет на это деньги, но мы вам дадим сделать фасад. Причем, наверное, как бы только раздел АР, но не рабочку. А рабочку мы отдадим делать. У нас тут есть как бы компания, вот она делает рабочку. Ну и мы там все поменяем. В Воронеже. А, в Воронеже. И, ну, все, мы все поменяем. В Воронеже, знаешь... тоже есть хорошие, в Воронеже тоже есть хорошие проектировщики. Я говорю про карман. Ну, в общем, вот такой мир нам предлагают, и еще предлагают повестку нам создавать. Ну вот давеча был разговор у нас, мы делали конкурс для одного, значит, ну, проект на конкурс «Мало городов» для одного северного далекого города. И там зашел, в общем, разговор про архитектуру. И, в общем, выяснилось, что архитектура — это от всей заявки-то процентов 20. Поэтому, в общем, не настолько это важно, как выясняется. Понимаете? Ну, как выясняется, вообще архитектура не важна. Но, в принципе, есть проблема, что... Вот тут вопрос терминологии. Мы должны договориться, что такое архитектура и что входит в понятие архитектуры. Наверное, в понятие архитектуры входит не только дизайн фасада и, значит, цвет фасада, а также вечерняя подсветка. Наверное, в архитектуру входит как раз экономика, социальные вопросы, значит, регулирование транспорта частного и регулирование общественного транспорта, подключение этого общественного транспорта. Озеленение, водоотведение, значит, да. Знаешь, просто я, ну, тебя не перебивала, когда ты рассказывал про «Матрикс» и про то, что ты как бы создаешь программу, да, когда проектируешь какое-то здание, и, а если ты, например, делаешь генплан, да, там каких-то территорий разрабатываешь, то есть ты создаешь программу, и потом нужно, чтобы кто-то эту программу реализовывал и поддерживал, иначе это все рушится. Вот, и сейчас вот как раз, я не знаю, может быть, ты слышал, что Марс сейчас создает или уже создали управление развитием территорий. НЛТР. Слышал, да, про НЛТР, ты имеешь в виду? Управление, не знаю. НЛТР. Новые лидеры территориального развития, у них программа такая уже вторая или третья. Может быть. Я вот про от Сережи Царева это все как бы узнаю. И это, мне кажется, в каком-то самом таком зачатке, знаешь, когда архитектура является одним из... Это как бы комплексная история, когда ты приходишь на новое место и ты создаешь там сценарий развития этого места, и прогнозируешь его развитие. И тогда действительно вовлекаются и люди, и вот эти вот, знаешь, создаются соседские центры, и тогда и транспортная функция. То есть все-все-все вместе, в комплексе. Тогда оно действительно, да, работает. И плюс еще туда нужно, конечно, обязательно закладывать вопрос эксплуатации этого всего и ресурсов, ну, на там ближайшие два, ну, вперед.
Ну да, классно. Но это вот и есть, собственно, повестка, которую мы должны создавать. Ну что, все, да, вопросы были заданы, интересующие. Все. Борис, спасибо тебе огромнейшее. Просто, вам спасибо. Просто спокойной ночи. Слушай, надеюсь, мы все-таки сможем скоро выйти из онлайн-формата и переключиться. Да ладно, мне нравится. Я предлагаю оставаться в онлайн-формате, отлично. Всегда. Ну тогда приходи к нам еще, расскажи нам еще что-нибудь, мы тебе с удовольствием еще... Звоним. Ладно, все, всего хорошего. Спасибо большое. Ну что, у нас запись. Господа, прошла, да? Я приглашаю всех к нам в канал. Ссылка там у нас будет в чате этой трансляции. А запись появится спустя какое-то время на канале там же, где и предыдущая запись Юрия Григоряна. Не забудьте подписаться. Всем пока.